То есть 2,5 суток я вообще не вставала из-за компьютера. То есть там максимум можно было отбежать попить кофе, но за это время падало столько сообщений, что их потом разгрести было очень проблематично. То есть это в круглосуточном режиме абсолютно. И люди, и ночью, и днем, и утром, и звонки, кто не может написать ВКонтакт. Поэтому вчера был очень большой праздник прямо вот на работе, то есть когда пришла информация, что Дима найден и жив, то есть все с такими глазами, все это общее просто, ну это действительно, это, вот это общий результат всех был. Как ориентир была вот эта лэпка, то есть непосредственно линия электропередач. Ночью проверяли просто между двумя опорами, где видели следы, между 21 и 22, если я не ошибаюсь. А ребята отошли в сторону 35-й, вот там, собственно, как-то на болоте. Причем многие из этих мест, они уже не на первый раз топтались. То есть проверялось все это, и следы их находили действительно постоянно. То есть как-то получалось вот так, что ну, действительно, следу вроде 1,5 часа ребенку там найти не могут. Ребенок вообще герой, если честно, потому что пройти такое расстояние и прожить 4 суток в лесном массиве, это не каждый взрослый даже сможет. Ну, видимо, да, видимо, действительно у детей все проще в силу какой-то жажды жить именно, потому что все на инстинктах. Там захотел попить, попил из болотца. Взрослый еще задумается, купить из болотца, не купить из болотца. Да? Захотел поесть, травки пожевал. Ну, взрослого тоже еще возникнет вопрос, жевать ли тут какую-то травку, да, или не стоит. Да, вот. А у ребенка все проще. То есть просто режим перешел, такой, вернее, организм перешел в режим выживания. И, ну, ребенок реально просто герой. Хороших прогнозов, по крайней мере, у официальных органов не было. То есть да, они то, ставили что... несчастный случай уже, то, что может быть там и медведь, может быть и вода, и все что угодно. Ну, волонтеры у нас, ребята, молодцы, то есть добровольцы. Их этот вариант не устраивал никак абсолютно, поэтому и днем, и ночью. Ребят, в лесу медведь, да и ладно. Но вообще 4-е сутки и живой человек, особенно ребенок, ну, это скорее исключение, если правильно. Да, чудо, на самом деле, потому что в основном там уже, ну, неделю, да, можно искать. И после недели уже все равно как-то надежда на то, что ты сейчас найдешь кого-то. Все по-разному, конечно, подготовлены, организмы у всех разные, то есть от природной среды очень много зависит, то есть там от погоды, от всего остального.